Переходим к пулелейкам. Некоторые пистолеты. Капсульные, комбинированное оружие. Такие маленькие вообще пистолетики тоже очень прикольные. Револьверы. 19 век пишут. Да, были уже современные. 19, я с 19 начала 20 века. Ружья. Такие вот револьверы типа Dragon, Mirotworis, такое. Период Второй мировой. И снова по Франции. Суперные тесаки. И некоторые типы сабель. Кстати, очень редкий суперный тесак. Я знаю, что очень много копий. Надеюсь, это оригинальный. Хорошо все продекорировано, есть даже, да, очень похоже, кстати, есть гравировочка, какие-то надписи, но ничего не понятно. Так, а здесь у нас тоже какие-то сабли. Да, пишут морские, это абордажные. Вот как раз видно якорь. Довольно популярные модели. Так, и морские, офицерские. Это больше на Англию похоже. Видите, как раз звезда Давида. Клиночек, видите, гравировка. Вправление, вернее. Вот. Морская корона. Тут у нас немножко индоперсии, щиты, топоры. Булавы, кинжалы, некоторые виды доспех и головной убор. Ну, кстати, я такой отбор не пропустил. Пару колесов, анжалы, различные, понятные по типу Японии, по типу копья Яри. Можно, кстати, оно есть. Чем на мусорке это огонь? Битва. Так называемая жалость.